Всем привет, ZBrush 2019, и вот такой вопрос у меня возник. Как все-таки можно сделать футбольный мяч в ZBrush? Баскетбольный можно сделать, теннисный, волейбольный. Это все можно. Вот проблема именно с футбольным мячом, что я не пытался сделать, ничего у меня не получилось. Есть, есть варианты, да, которые можно сделать. Все получается, все. Но настолько он долгий вариант этот, что я даже не стал вам его показывать. Так, ну а поможет вот в этом именно изготовлении мяча блендер. Погнали, рассмотрим самый наипростейший способ, как сделать его именно в блендере. Погнали. Так, вот у нас блендер, и что можно здесь сделать? Это все надо очистить поле. Английское «А». Два раза и жмем вот здесь вот Delete. Нажимаем. Следом заходим Shift A и жмем ISO Sphere. Вот это вот. Следом понижаем сабдивизии до единицы. Теперь переходим, жмем табуляцию и переходим в Edit Mode. Перейти тут же можно вот внизу вот здесь вот нажав Edit Mode. Это уже редактирование. И жмем Ctrl-Shift-B и тянем вот так его. Вот таким вот образом. Можно поменьше сделать их, эти побольше. Ну, в принципе, вот так пойдет. Бросаем. Если что-то пошло не так, Ctrl-Z. Колесиком уменьшаете. И Ctrl-Shift-B опять повторяете. Все будет нормально. Так, все это нажимаем. Вот такая заготовка мяча получилась. Так, следом заходим. Вот это вот окошко можно вытянуть. И заходим теперь в материалы. Здесь вот есть новое. Жмем New. И нажимаем вот материал. Белый цвет. Essing. Плюс. И назначим еще один материал, только черный. Вот так. Опускаем вот это вот вниз. Жмем Essing и жмем плюс. Следом заходим и нажимаем вот этот вот квадратик. Вот отметились все грани или как их там. Следом идем вот тут в эту вкладку, в эту окошку и жмем. Заходим вот. Ищем сабдивизии. Добавим дивайдов. Вот здесь вот. До где-то... Ну, у меня тянуть не будет сильно. Ну, надо до 8 хотя бы. Вот так вот. Ладно, до 8. До 8, до 8. И погнали. Теперь делаем вытяжку вот этим всем деталям. Так, следом на материал 1 переключимся. Вот, вот здесь вот. И теперь вот именно вот это Extrude Individual. Вот вы видите, что все они разлетаются. Сильно или очень сильно делать не надо. Ну, в принципе, как кому интересно. Ну, вот где-то вот так вот, наверное, пойдет. Вот в таком духе. Вот такая получилась заготовка. Все классно. Теперь выходим из моделирования, табуляция Quick Mode. И теперь можно зайти вот в эту настройку, где ключ. И Add модификаторы, Modifier, и жмем Smooth. Заходим опять, Add и Smooth. Можно еще раз Smooth. Вот такой вот получается мяч. Вот такая штукенция. Быстро, просто, нормально. Можно еще Smooth добавить вот тут, вот так вот, и назвать Apple. Можно еще раз Smooth вот здесь вот. Add модификаторы, Smooth. Вот такой вот уже он смягченный. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть теперь именно в ZBrush. Так. Файл. Жмем Экспорт. Находим Ops. Находим рабочий стол. Вы видите, что красное высветило, что название такое есть.
надо нажать на плюс и именно вот добавить единичку к названию, и можно экспорт делать. Так, ну что, теперь в ZBrush, айдас. Так, заходим в ZBrush, жмем импорт, и именно вот эту заготовку, которую сейчас сделали, можно закинуть. Так, открыть. Показывает симметрии, симметрии, конечно. Так, выравниваем. Вот такая вот заготовка. Вот такая штукенция. Давайте посмотрим еще, какие заготовки у меня получились. United 1, тоже симметрия. Вот это вот тоже вот такая штука. Так, ну и теперь Ctrl-D, Ctrl-D. Получается вот такой вот мяч. Это если сильно сглаживать, вот получается вот такая смут. Я ее. И вот давайте без смут сильного посмотрим, как еще выглядит именно мяч. Этейдл, так, симметрия, да. Вот это без сильной такой сглажки. Вот получается теперь Ctrl-D, Ctrl-D. Вот более-менее видно, что именно он разделен. Что еще можно сделать? Ctrl-D, если не прибавлять, то можно зайти именно в Z-Modelier. Вот так. Нажать поле F и поработать уже здесь. Где-то что-то смягчить, где-то что-то дорисовать. Вот так вот можно добавить. Вот так вот грани где-то уплотнить, где-то добавить и так далее. Вот такая. Можно добавить усиление, рис, чтобы сильно не расплывались вот эти части. И можно также выделить, поделить это все дело на полигруппы. Вот можно их сейчас поделить на полигруппы или после ZRemesher, как сделается. Вот давайте сделаем ZRemesh и посмотрите, как это все изменится. Так, сначала делаем Ctrl-D, Ctrl-D. Теперь делаем в геометрии ZRemesh. Так, вот эти D-Lower можно удалить, поле F отключить. И ZRemesh можно сделать пониже уровнем или побольше. Это уже смотря для каких работ вам потом нужно будет. Опять же немножко подождать. И вот будем смотреть, какой будет мяч. И теперь Ctrl-D, Ctrl-D. Вот такой мяч получается. Надо его еще дорабатывать. Именно в Z-модельере поработать с ним немножко, полигруппы назначить, где-то что-то подкрепить, где-то что-то подрегулировать. Ну, в принципе, вот такой есть вариант. Все, всем пока, до свидания, лайк, дизлайк, как обычно.